У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности.
Получай! Вон он! Получай! Ничего опасного нет. Вижу падлу! Вот он, сука, нас! Вижу лошару этого! Заколонный его! Дави во слину, чушкан пробитый! Вижу падлу! Получай! Ну, падла, получай! Ну, сука, драная! Я тебя, сучару, поймал! Не шмаляй, братуха! Занюся! Шмаляй, братуха! Сдаюсь я!
Thank you.
Thank you.
сотрудник сатану, что пришли верно с ними биться. А вот говорят, до дня гнева Божьего никаких денег не было. А электричество не пошло. И потом не было. И что не больше? Не шмаляй, братуха! Я не при делах, реально! Чисто играли, как всегда! А тот же Ган мухлевать, походу, решил и спалился! Ну и пушку первый вынул! Я моргнуть не успел, а все шмаляют на! Непонятное вышло конкретно! Зуб даю, не при... Чё делать-то мне? Чё делать теперь? За текст вообще? Открыли бы что ли? Может, попёр в оркестр не занёс или чё? А мне теперь чё, огребать за него на... Хоть бы не шмальнул мне. Хотя, чё ему, я же чисто бармен. Кто в барменов стреляет? Честная разборка была, я реально не при делах. Кто здесь? Гляди, еретик явился. Ишь, принесла нелегкая. Будто нам без того бед мало. Ты смотри, оружием пугает. Мы электробор...
Ты, я гляжу, человек приличный, чужак. Оружие спрятал, да веру нашу уважаешь. Но говорить нам с тобой сейчас некогда. Мы воины-подвижники, электроборцы. Испытание у нас. Электродемонов верою побороть. Вот ставим цветы и обереги. Дело сложное. Ошибемся, до утра не доживем. Да и молитвы верные прочесть нужно. Так что уходи лучше. Спасибо, что по-человечески ведешь себя, но... Опасно неверному тут быть. Да нас своим неверием погубить можешь. Последняя кассета. Постараюсь растянуть ее подольше. 20 сентября. Сегодня в совет приперся проповедник. Нес какую-то идею про то, что мы все выжили по воле Божьей, и что шаровые молнии — это наказание за наши грехи. Какие еще грехи? Последний генератор сгорел. Ребята погибли. Ну ладно. Так мало грехов. Еще и бороться с ними надо молитвой, постом. А эти-то уши развесили. Хорошо, хоть Роман его выставил. А то я уже Силаньке этого за шкирку хотел. В общем, систему громоотводов из-за мракобеса решили отложить. Пусть свои обереги мне сначала покажут. 27 сентября. А Силаньке-то не так прост. Его обереги и громоотводы и есть. Электрики наши вон сколько объясняли, как заземлять правильно. Да все же умные, кто там их слушал. А этот Бог сказал так делать, и точка. И что ты думаешь? Вчера ты и молнии обезвредили, без потерь. Роман только недоволен, чудак.
генератора нам нормального электроснабжения и не видать. Так чего из-за мелочей рисковать? Проживем и так. 7 октября. Роман мертв. Сон. Да, может быть, не стоило выводить народ. Можно было постепенно как-то. Да, утопили нужные вещи. Ну, бывает. Но при народе лезть в реку, устраивать скандал. Понятно, власть уплывала у него из рук. Но поднимать руку на Силандия. И ведь все, как тот говорил, все. 31 декабря. Заканчивается пленка, заканчивается год. Если будет на то воля Божья, злоключения наши закончатся вместе с ними. Мы больше не одиноки в этом мире. С нами Бог. А значит, кто против нас? Определенно не я. Значит, и дневнику моему конец. Новый год. Время начать жизнь с чистого листа. Да и электричество, как говорит отец Силандий, грех. Thank you.
Thank you.
Вот он, сука! Сучара! Брат! Блядь! Попадалово какое! Попадалово! Братка завалили, чушканы драны! Пацанчик, не шмаляй, сдаюсь я! Братан, ты это, не шмаляй, сдаюсь я! Как лох попал. Чисто конкретный лошара. Thank you.
Thank you.